Всем привет! Хочу вас в реалиях познакомить с новым отелем Met Airport Hotel. Сразу стоит отметить его выгодное расположение недалеко от нового аэропорта Стамбула, примерно в 9 километров. Отель открылся только в марте 2021 года, и цены на него от 27 долларов за сутки. Завтраки включены. Посмотрите, какой красивый отель нас заселили. Все так красиво, роскошно. Вот эти водоросли живые. Все так красиво, аккуратно. Модно. В холле расположена кофемашина. Во время завтрака кофе бесплатный, а после 20 лир. Чай пакетированный на выбор. Официант выносит завтрак каждому гостю отеля. Вот посмотрите наш номер. Включаем свет. Есть шкаф. Чайник и пакетированный чай-кофе. Также чашечки и вода. Окна выходят на дорогу, и поэтому немного шумно. Двухспальная кровать. Большой санузел. Правда, с подозрительными подтеками ржавчины для нового отеля. Фен, бутылочки с шампунями. Но есть одно но. Видите этот ключик? Это ключик, который вам дают на ресепции от комнаты. На нем нет никаких обозначений, номерков. Именно поэтому он открывает все двери в отеле, абсолютно, все номера открывает. Так что если вы выходите гулять, берите с собой паспорта, деньги, документы, потому что вы можете остаться без этого всего. Тут нету индивидуальных ключиков. Один ключик открывает все номера. Советовать данный отель я вам, увы, но не могу. Итак, ребят, вот о чем я говорила. Вот наш 205 номер, та самая карточка. Вот, попросила свою подругу недолго сделать отсъемку. Вот ее, 207 номер. Открывается все на ура. Конечно, можно отметить чудесное расположение, низкую цену, новый красивый ремонт. Но чувствуете ли вы себя в безопасности в этом отеле? Решать только вам.